К новостям культуры. Дворец культуры «Энергетик» открывает 57-й творческий сезон. И впервые он пройдет в дистанционном формате. Это будет онлайн-экскурсия по дворцу с элементами шоу. Зрители увидят эксклюзивные номера, аудитории, в которых артисты занимаются, и заглянут в святая святых, за кулисную жизнь коллективов. Раскроем небольшие тайны, секреты, как строятся номера, как идет репетиционный процесс. Мы покажем наши аудитории. Не только для занятий, но и, в принципе, дворец в целом. Наш красивый третий этаж, наш большой хореографический зал. Он, кстати, самый большой в городе. Сейчас «Энергетик» объединяет более 700 творческих людей. Там трудятся 13 коллективов. Однако это еще не все. Творческие мастерские открыты в микрорайоне Цементный, Доме культуры «Лесник» и Дворце ветеранов «Победа». Кадры о них ангарчане также увидят в онлайн-экскурсии. Ссылку на видео пользователи смогут найти в официальных аккаунтах «Энергетика».